это Юлия и в Александре жарко. Начались настоящие боестолкновения среди вооруженных. И украинскими силовиками. Ты в сторону третьего кидаешь, в сторону третьего. Нет, это уже мимо. Это не, это Вогель, Вогель. Отойти пока такой возможности, улица простреливается. Несмотря на то, что уже стемнело. Вернулись в город после Александровки. Машина пострадала немного. Разбиты задние стекла. Боковое заднее. Осколки, видать, АГС. Либо мина недалеко упала. Вот. И заднее стекло, собственно, тоже не рассыпалось, но немножечко пострадало. В Донецке тоже шумно очень. Шумит Спартак. Вот дырки в двери. Вижу. Ладно, завтра днем посмотрим получше, что случилось. Да, похоже на АГС, видимо. Снаряд АГС недалеко разорвался. Крышу тоже покоцал. Находимся напротив дома университетской, по университетскому проспекту, дом 77. Вот сюда было попадание снаряда 120-миллиметрового с украинской стороны.